Работаем много, работаем качественно, работаем честно, только командой. Романов энд компани. Пригласили вас, так как на сессии было озвучено о том, что поменять место земельное, то есть где вы заложили камень. Место размещения. Да, место размещения поменять на другое, которое вам подходит. С этой инициативой выступил советник Бурлаку и советник Борис Маркович. Вот на сегодняшний день рассматриваем данное место. Но место не обсуждается, потому что нету и заявки от данной организации, что они согласны на перенос. Значит, будем обсуждать это место сегодня. Чтобы вы были инициатором о том, чтобы перенести данный земельный участок в другое место. Значит, земельный участок был выбран данной организацией, где была закладка произведена камня. Вы выступили против. Я сказал, давайте соберем общее собрание с участием данной организации, вас, господина Марковича, и придем к одному мнению. Если данная ассоциация согласна на перенос другого земельного участка, значит, они согласятся, мы будем рассматривать. Если не согласны, тоже будем рассматривать. То есть вы хотели это совещание, мы его собрали. Значит, да, в нашем запросе, в адрес премьер-министра, мы попросили выделить нам участок земли для продвижения в перспективе памятника пограничникам, прошу быть внимательным, всех поколений. Это не пограничники периода Советского Союза, до этого, либо после. То есть это пограничники всех поколений, начиная со времен Штефана, который установил границы Молдовы, и по настоящее время. Профессор, я слышал в прошлый раз, когда закладывали камень, он Мулату говорил, там люди, которые были с ним, что люди против, соседи против, тут будет мешать. Я живу конкретно там. Белоусово 59. Это прямо напротив места, где памятник. Там живут мои родители, я там вырос, пенсионеры, соседи, родственники. Все только за. Все говорят большое спасибо, что тут чисто, аккуратно, что тут будет памятник, что вы своими силами сделаете дорожки, освещение, что можно будет вечером посидеть, погулять, подышать свежим воздухом. Люди, которые там живут, где памятник, где мы хотим... Они все за, все люди, никто не против. Пенсионеры, которые там гуляют с внуками и с внучками, они тоже говорят хорошо, что тут будет чисто, порядок. Хорошо, что можно будет внукам сказать, что тут памятник людям, которые защищали Родину, которые защищали Молдову, государство Молдовы, начиная с исторических времен, когда первые границы Молдовы были установлены. И кончая сегодняшним днем. Сами мы ворбешки, думаю, вице-премьер, думаю, Григорий Шнастезняков, адвокат Аншадин Спентру, а вел дискуссии при Винду Локу Диабласарь. Место расположения. Какого? Его пропонно домни Лорвастре, муниципиу Белц, астез реновязу парку Виктории. А шай, думаю, вице-премьер, хоть сконфирм. Визави де парку Виктории есть репрезентанța biroului Vamal din Republica Moldova. Acolo este o alee frumoasă. Acolo poate fi instalat, doar instalat, monumentul granițierilor din Republica Moldova. Acolo poate fi instalat un astfel de monument. Un alt fel de monument străin neamului nostru nu poate fi instalat. Care neamul tu, domnilor? Păi noi suntem cetățenii Republicii Moldova. Toți care au păzut frontiera de instalat a Moldovei. Părinții mei, nu mă de frontiera, trebuie puțin. Nu mă pot iera Moldova mare, este vorba. Nu este cu teritoriul Moldova. A tuturor generațiilor. Înțelegeți? Domnul Marian, vă numiți așa. Mă numesc colegul de rog. Mă scuzați. Sunt maior în rezervă. Da. Și am activat în Republica Moldova, înțelegi și Bradice. M-am migrat să vorbesc în frontieră. Da, mă scuzați. Eu vorbesc. Mă scuzați. Nu, dar vorbim, da, știu. Vă rog să mă iertați. Dumneavoastră îmi propuneți, nu ne-am refuzat deja. Este locul și noi mergem până la urmă, locul cealaltă să fie pentru a instalat monumentul grăcelor tuturor generațiilor. Doriți, a mai ne-au luat ulucerea? Întrebări nu sunt. Ieșiți cu, ne dați cererii, primării vă dă loc, nu știu probleme. Dacă vreau să ai posibilitate, ați vă ajută el. Și material. Pentru momentul
А честно, сведен баня нужно кровь. Депутизация может такая ноль платить. А ну а? Форма судьяется. А ну если, он банкар, ну и что проблема? У нас развели тут пропуни. Ну и вели. С цели манов. С учитель с новой историей. И историю он спорт бил. А молоколи, ну а по мне. Все, спасибо большое. Мы услышали с две стороны. Значит, у советника Бурлак, у него есть право обратиться на муниципальный совет о том, чтобы перенести данное место, муниципальный совет проголосует, как, а потом это все решение отправится все равно на утверждение Министерства культуры. Министерство культуры вынесет это на решение правительства, и потом правительство выскажется, правильно это или неправильно. То есть тут есть целая длинная процедура. Поэтому я считаю, что сейчас мы поняли вашу точку зрения, Я извиняюсь, вот мы провели вот эти эскизы, да? Например, что мы хотим сделать? Что было раньше и что мы хотим сделать? Это за наши деньги, и есть уже архитекторы, то есть мы смотрим. Это не будем мы принимать решение. То есть сначала ассоциация покрытия, потом на консилиум то же самое придем. Правильно. Как мы решим, вопрос, это для нашего города мы что-то делаем. Вы правильно говорите, но сегодня вопрос отложили. То есть сегодня в этом месте земельном вопрос снят был в сессии. Мы его должны опять внести в повестку дня. Советники должны проголосовать или не проголосовать. Потом, если они проголосуют и одобрят, мы это решение отправляем на Министерство культуры. Министерство культуры утверждает, после этого есть процедура. Да, правительство высказывается, правильно это или неправильно это. И только после этого вы можете обращаться, заказывать себе то, что вы говорите. Это, например, да, к архитектору получать разрешение на проектирование, разрешение на строительство, и только после этого вы можете начать процедуру стройки, будем так говорить. Сейчас это все надо пройти по этапу.